Добрый вечер, красивые люди! Добро пожаловать в джазовый клуб Алексея Козлова! Как вы все уже поняли, меня зовут Маркевич. Я сегодня здесь для того, чтобы объяснить вам немного, что будет происходить. Хотя вы все и так знаете, что будет происходить. Будет происходить музыка. 2015 год окончательно показал нам, что почти ни во что нельзя верить. Все можно опровергнуть, нам везде пытаются подсунуть какую-то обманчивую информацию. Реально, только в некоторые вещи можно верить, а разум является не только лишним. Разум является вообще элементом, который не нужен для этих вещей. Это любовь. Вы согласны со мной? Нам не нужен разум, как нам любим, дамы и господа. Вы можете реагировать, друзья. Так начинается наш вечер. Мы можем реагировать каждый раз, потому что мы живые люди. Нам не нужен разум, когда речь идет о любви. Нам не нужен разум, когда речь идет о дружбе. Это так или нет? Разум не пригодится нам, когда мы говорим о курсе рубля. Это бесполезно, дамы и господа. Курс рубля и разум – это несовместимые вещи. И еще одна вещь, которая никак не связана с разумом и слава Богу. Это музыка, дамы и господа. Так это или нет, дамы и господа? Так это или нет, друзья мои? Так это или нет? И сегодня будет не совсем простой концерт. Единственная сложность этого концерта в том, что вы тоже будете в нем участвовать. И я хочу научить вас немного участвовать в концертах, если вы этого еще не делали. Хотя здесь публика особенная, публика мыслящая, как говорят на радио джаз, если понимаете, о чем я. Я буду говорить вам фразу, вы будете повторять. Я вас разогреваю перед появлением великого артиста, если понимаете, о ком я. Итак, дамы и господа, попробуем. Say, hell yeah! Show them all!
чертовски разбить вас. Всем здравствуйте! Я рад, сукины дети, что вы все на связи. Я чертовски рад вас видеть здесь сегодня, 21-го. Доставка груза прямо на дом, если надо, не волнуйся. Все мы тут трендцы в пределах рада. Все мы туда поздно или рано. А пока живи шикарно, ведь судьба коварна. Брат мой, фарту по барабану. И красный к себе, и быку, и барану. Вещи своими именами я скрывать не стану. Я хочу чаще видеть маму, видеть красивые глаза рядом. Сказать вам мои слова, что так просто не стану. Или перестать быть тем, кто живет только по плану. И в этой суете не попортить. Все равно не остановлюсь. Все мир.
мировое зло я уничтожу. Лишь до тебя только доберусь. И у тебя, конечно, есть тараканы. Я этих тараканов не боюсь. Я знаю, только ты мне поможешь держать правильный курс. Я не мог ничего напутать. Я реалист, как Эмиль Золя. Но ты сказала всего три буквы, и я догнал, что все было зря. Зря бежал, высчитал минуты, чтобы успеть на все поезда. Я зря никогда не менял маршруты, а чтобы ты все поняла. Я просто так верю в чудо, не мог жить без тебя, не я. Я зря считал, что мы здесь не будем. Среди площадей городов безлюдных оглушительно тишина. Без спроса машин не переобуты, сука. Наступила уже зима, а я плевал на все эти отъебуды. Мне это кутерьма. В себе был уверен, что наступит утро. Открыл двери, это судьба. Я не мог ничего напутать. Все было просто как 2 рубля. Но ты сказала всего 3 буквы. И я доказал, что все было зря бежал и считал минуты, чтобы успеть на все поезда. Я никогда не менял маршруты, чтобы ты все поняла. Лица.
бесконечных опасных стразов, бестолковых, красивых и страстных, умных, трусливых. Бесконечное паство, судьбы, холод и голод, голос и опыт. Кому игра и гомон, дела в гору. У каждого свой трафик, тариф и город. Свои кора, Библия, рэп и Тора. И если любишь, не надо искать повода. Скажи это тому, кто на другом конце провода. Все так просто, пока мы молоды. Так что, братья и сестры, выше голову! Ведь за окном лето сменит зиму. Мы улыбнемся этому миру и не теряй главной сути из виду. Пойдем искать свою золотую середину. Шикарный вид, картина масла. Напрасная. Во все это вписался. Медельно ласковый. С бутылкой красного. Она сказала. Ва-ва-ва-ва. Вот террас. Картина масла. Шикарная. Во все это вписался. Предельно ласковый. С бутылкой красного. Что любит Баскова и пошла в Олимпийский. Отличный выбор. Отличный выбор. Точно все нормально? Нет, я вас не вижу просто. Все хорошо? Реагируйте в момент песни, после, до, как угодно. Вы здесь наши друзья, вы здесь наши гости. Располагайтесь, делайте как вам приятно. Не менжуйтесь, все круто. Итак, дамы и господа, для меня большая честь представить Маркевича, ваши аплодисменты. Это музыкальный продюсер, певец, сонграйтер, гитарист, хороший парень, по мнению его мамы, и просто симпатяга, по мнению его бабы. Поэтому он сейчас, пользуясь случаем, как музыкальный продюсер этого вечера, использует свое время, чтобы спеть для вас композицию, которая называется «She's Dangerous». For the ladies. This is for the ladies. For the bitches. I got some bitches in the house right now. А я пойду к девчонкам пока, у меня там девчонки. The sound is she's dangerous. She acts so outrageous, yeah. But she gonna outrageous, yeah, baby. So just get up to go. She got me waiting all day. And all I could do was pray that she. So when the dawn came, she prayed. Unfortunately by mistake, yeah. Ha! She's raining hot every day. Cause it's a natural way. And I'm so sure I can sing. I can't get to this girl. This is a resistible flame. Yeah. Come on, fellas. Let's tell me she's dangerous. Yeah, she acts so outrageous. But she gonna. She's gonna be just to get the look out. Let's tell me she's. She's so dangerous, baby. She acts so outrageous. But she gonna. So, this is coming, yo, yo, I
Пока Кирилла нет, я хочу вам кое-что сказать. Это о нем, дамы и господа. Он сейчас скоро к нам вернется, и это будет прекрасно. Мы довольно долгое время с ним уже общаемся, и на моих глазах он очень сильно изменился в хорошую сторону. Но даже не в хорошую, в другую сторону. И очень важно уметь меняться в любом опыте, при любом состоянии души и так далее. За то время, что мы знакомы с вашим другом Батиштой, он научился очень многим вещам, а поверьте, когда ты уже прошел такой большой путь и выступал в самой известной группе в стране какое-то время, очень тяжело заставить себя делать что-то новое. Этот парень сейчас учится играть на гитаре. Вы понимаете, что? Человек, который известен всем как поп-артист и так далее, он бросил все это дело, и он осмелился начать новый путь. И сегодня вы все здесь, и поверьте, ему важно видеть каждого из вас. Поэтому именно этот человек знает, что значит фраза «Bitch don't kill my vibe». Она означает, что никто не вправе мешать вам добиваться ваших целей. Если в вашем сердце есть сила, вас никто не остановит. Это мой друг, и я с гордостью говорю об этом. I'm a sinner, who's probably gonna sin again. Lord, forgive me. Things I don't understand, sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe, don't kill my vibe, so I can feel your energy. Two planets away, I got my drink, I got my style. Sherry, but today I'm in. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Don't kill my vibe. Go! Bitch, don't kill my vibe. 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 Say, bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Yeah. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out that never exists. So I can feel the changes. I can feel the new life. Always new life can be dangerous. And I can say that I like a challenge and you to me is famous. You don't know what pain is. How can I paint this picture when the colorblind is here? Reach up, fell in my face and walk with the sky. Not the mistake, living, living my heart. Burning the top of my sleeve and the flake. I can't admit that it didn't look like yours. Why you listen every making a peace? Tell me your purpose is failing again. Even as one of the cabin I bridge. Even as one of the cabin I bridge. I can feel the changes. Feel the new people around me, just wanna be famous. And I can say the mass media found me, they put me on stages. To me, that's amazing. To you, руки вверх, все, кто верит в себя, дамы и господа. I'm a sinner, who's probably gonna sin again. Lord, forgive me. Hands up, ladies and gentlemen. Things I don't understand, y'all. Sometimes I need to be alone. But bitch, don't kill my vibe. Don't kill my vibe, so I can feel your energy from two planets away. I got my dream, I got my style. We'll live in the world on two different axles. We'll live in the world, we're keeping behind them. You're behind them, we're just scared of the feeling, emotions, and here we are. The vision is vital, out of your head, if the shit is vile. Ha, ha, to die in a painful vein. Tell me you're watching the chains, swim up the Liverpool, give me a visible game. Almost if you can remain stuck in the box. And I'm a brick out of it and harder in luck. I'm a brick out of it and harder in luck. So, I'm
amazing. Yes. Bring your shit on the one, yo. I'm a sinner. Hands up, ladies and gentlemen. Hands up. Все. Впереди отличный концерт, друзья мои. Sometimes I need to be alone. So, bitch, don't kill my vibe. So I can feel your energy from 2 minutes away. I got my drink, I got my stuff.
И этому парню 21 год. Ваши аплодисменты, молодое дарование. Бенчмарк. Очко, как и сегодняшнее число. 21. Мы подбирали специально, кастинг был. Ага, бородачик. А, супер. Кто любит хип-хоп-музыку, поаплодируйте. Кто любит фанк? Не стесняйтесь. Кто любит джаз? О, клево. Кто любит хэппи-хардкор? Помнишь, да? Помнишь? Хэппи-хардкор. Yes. Yeah. Да, но... следующий концерт Маркевича и Батишта, для хэппи-хардкор. Я занимаюсь музыкой с 2000 года, точнее, в 2000 году я профессионально вышел на сцену в Олимпийском, это Олимпийский, блядь, уже два раза вспомнили, кошмар. Это был Rap Music 2000 в составе группы «Легальный бизнес». За 15 лет очень много что изменилось. Вы постарели, интернет появился, Wi-Fi, новые вагоны в метро и тому подобные истории. Но что мне больше всего не очень нравится, что нас охватила мода, мы перестали быть, как сказать, аутентичными, наверное, да? Почему-то большинство людей хотят быть на кого-то похожи. Это очень плохо, это не очень хорошо. И я стараюсь сохранить какие-то традиции, чтобы в нашем коллективе... А чего вы мертвые такие? Эй, скажите, воу, что? Эй, у меня живой коллектив. Знаете почему? Потому что они меня чувствуют. Ведь создавать хип-хоп — это наподобие того, что... Когда люди понимают, о чем ты говоришь, да? Вот заходишь к ребятам в репетиционную кабину, на репетиционной базе, они что-то играют, и ты такой понимаешь прям, хит, это хит. Вы понимаете, что такое хип-хоп, что такое фанк, джаз? Поаплодируйте, да не стесняйтесь вы. Все эти дети зажатые такие, все друзья, я думаю, что даже какие-то пары здесь образуются сегодня. Но я надеюсь, по крайней мере, на себя, что я посмотрю на нее, где Дима, она. Дима точно один не видит. А, Дима, да, девочки, секунду, Ай, ты красавчик какой, отвечай. Секунду. Мальчики не реагируют. Гетеросексуальные мальчики не реагируют. Чего началось? Я твою личную жизнь устраиваю. Сегодня с одной не получилось, помнишь, мы звонили. Красивые девочки, поаплоди... Или красивые уберем пока. Просто девочки. Только красивые. Красивые девочки, поаплодируйте, секунду. Если вам Дима понравился. Единственный момент, тебе надо успеть на электричку загнать, потому что можешь... Окей. Не, я... Возвращаюсь к тому, что такое хип-хоп, что такое команда. Ты же понимаешь, когда вот девочку видишь в клубе, и у вас вот искра какая-то пробежала, она на тебя смотрит, ты на нее смотришь. Ты идешь к ней, и в башке такое крутится же, что будет через пару часов, а через пару часов ты думаешь, что будет вот так. Вот это хип-хоп, а это моя команда, ваши аплодисменты им. Все еще кладу на хит-парады с гордостью. Но ты гордости
зимы. Истину найти бы нам все, все страхи и причины побороть, пройти через этот туман. Пути неисповедимы. Истину найти бы нам все страхи и причины побороть, пройти через этот туман. Пути неисповедимы. Истину найти бы нам все страхи и причины побороть, пройти через этот туман. Пути неисповедимы. Все хорошо, да, у вас? Это очень важно, для меня лично важно, чтобы у вас все было хорошо. У вас все хорошо? Дорогого стоит. Такие вечера мы собираем раз в полтора, в два года. Это одни из лучших музыкантов, но я не люблю, когда говорят «лучшие музыканты». Я люблю, когда говорят «родные музыканты». Это моя родня. Поаплодируйте еще раз ребятам, которые на сцене со мной. Такой хотелось сделать серьезный вечер, а получился такой несерьезный день, и подумал, что, ну, не хочется как-то там о каких-то серьезных вещах говорить, я думаю, вы обо всем знаете. Я иногда пишу стихи, и для меня сейчас большая честь первый раз со сцены продекламировать свои стихи под ваши аплодисменты, если вы не против. Меня аккомпанимирует один из братьев Мануэлок, ваши аплодисменты. В понедельник ему исполнилось 30. Давай, почему нет? Это мой друг, заботливый друг Маркевич. Черт побери, приятная компания у вас здесь. Когда ни секс, ни деньги, ни власть, когда уже и медные трубы не всласть, когда хочется отдать больше, чем взять, и лучшие моменты перемотать бы вспять. Путать перестать, где любовь, где страсть, мудрости вдостать, чтоб не винить судьбу опять. Говорить меньше, чем молчать, и встретить бы тех, по ком устал скучать. Любит не за что, да вопреки, пойми, всем бедам и ветрам назло беги. Не бойся и не злись, не копи грехи. И всех прости. Когда один на один с собой не ври, свечи догорят, им лучше знать, кто ты. Когда мысли чисты, слова просты, тогда и смотреть приятней на твои холсты. Когда лихие времена, ты не смотри назад и не сжигай себя. Пару минут дай себе, смотри на облака и на снежинку, что тает на твоих руках. Когда к берегу прибьет времени вода, подумай, что важно для тебя. Что скажут о тебе твои дела, что скажут о тебе твои друзья, когда закончится твоя строка. Когда уснешь, отправившись туда, где звезды близко, где теплые ветра, где ты найдешь ответ, что мучил так тебя. Любит не за что, да вопреки, пойми, всем бедам и ветрам назло беги, не бойся и не злись, не копи грехи и всех прости. Дамы и господа, я призываю вас быть добрее, в первую очередь по отношению к самим себе, и потом сразу же к близким людям. А возможно, мы сможем просто так делать добро незнакомым нам людям на улице, если вдруг им нужна помощь. Мы забыли, что такое любовь, что такое доверие, что такое дружба. Давайте поаплодируем в честь этих трех понятий. Следующую песню я посвящаю Лёше, диджей Дли. Царство небесное, брат, спасибо за то, что я здесь сейчас на сцене благодаря тебе. Ведь именно диджей Дли был родоначальником, в принципе, моей карьеры. Спасибо тебе, Лёша. Увидимся. Да чёрт с ними, Бог-то с нами. Пока небо синее, что-то под ним оставим. Так или иначе, все ходим под крестами. Время расставит по местам, когда нас не станет. Устав от дорога дыма за плечами, через порог ночной поток отчалим. Оставив пару сотен чаевыми в баре. Спасибо, парни, за то, что джаз играли.
Луи Рэй Майлз в парке. За вас дана до последней капли. И нам пора, лишь бы судьба не путала карты. Москва, хотя вряд ли. И я уверен, на конечной той, что без возврата станцует джигу так, что тело вероятно поймет, что был неправ, обнимет виноват. И я отправлюсь в мир тому, с кем начинал когда-то. И что останется после нас? Мечты на вине, с возможной сомнения. Совместные произведения, и мы останемся в них навсегда. Стены, кто верил, мы с болью сомнения лишили мгновенья. Совместные произведения. Мои ботинки, как и твои, в пыли. Кто был вдали, тот знает, все еще впереди. Как ни крути, после огня останутся угли. И вечно лишь только то, что во имя любви. И мы все вернемся домой, все с последней городской тоской. Надеюсь, у вас там так же. Ну, регги. Окей. У меня есть подруга, ее зовут Екатерина. Катя. Катя красивая женщина. Вы знаете, бывают такие женщины, но вы задумываешься, вот когда их создавали на небесах, Господь сам зашел в комнату, выгнал всю креативную команду и сказал: «Я сейчас сам займусь этой женщиной». Есть у вас такие подруги? Безупречно красивые женщины. Если есть, поаплодируйте, чтобы я понял. Есть такие женщины? Да, есть. Прям очень красивые. Вот такие красивые. Вот Господь сам их собирал, конструировал. Но, как правило, у этих женщин сложная судьба. Опасно сложная судьба. Трагическая судьба. Они несчастны. Они безумно красивые, но несчастны. Есть такие подруги у вас? Поаплодируйте. Есть, вот. И у меня есть Катя, подруга моя. Красивая, безумно очень. Но такая несчастная. Такая вся прям, такая на нерваках, короче. И я написал ей письмо. И хочу вот под эту регги-гитару прочитать его, с вашего позволения, под ваши аплодисменты, если вы не против.
И что? Четверть века впустую прошло. В попытках распознать, где добро, где зло. Мечтаем, засыпая на кольцевой метро. Мечтала об авто, я о ярко-красном пальто одно. Как будет жить она, пить кофе по ночам, писать стихи, гулять по кабакам, верить ветра. И все не по годам, и все не по годам. Вся неприступная такая, хрен я вам всем дам. Замки из песка, чистая вода. Время и река менялись, туфли да друзья. Первый курс, плеч, груз, танцы до утра. Завтраки себе сама, а там уже к первой паре пора. Мысли велика, день за днем она. По дорожкам до куста, то тут, то там. Но незаметно пришли холода, пала листва. И снова в институт пора. Катя! Да хватит уже долбить, хватит! Тут и семи уже не надо пятей. Просто подумай, это чего ради? Ведь завтра уже суд не будет 25-й. Катя! Да хватит уже долбить, хватит! Тут и семи уже не надо пятей. Просто подумай, это чего ради? Ведь завтра уже суд не тебе 25-й. Что тебя заставят новые грехи? У Кати выпускной, Кати, вы домой, Катю штормит. Но у Кати один в голове мотив, брат мой. Сплин вдвоем, сотни тысяч вершин возьмем, так просто.
И наплевать на всех, кто строит козни нам. И ты вся сшита из шика и лоска, особенно когда читаешь наизусть Небродского. Ты полюбила меня, прикинь, что тебе? Вечная нехватка денег и мятая постель. Газуем в понедельник, на следующий день лечим мигрень. Потом на левый берег берем, тупо мы кремли. Хрен ли нам теперь бояться нищеты и старости, когда враги спустят курки, я эти пули с радостью съем. Ведь им сегодня нас не одолеть, так же, как вчера, так же, как и впредь. Твоя мама была права таким, как мы. Дорога в рай была заказана еще вчера. Я не верил в чудо в небеса, но появилась ты, прости меня за безобразие. Твоя мама была права таким, как мы. Дорога в рай была заказана еще вчера. Я не верил в чудо в небеса, но появилась ты, своей мечтал порой. Мы грабим байки из вчерашних дней. Мы грабим байки наших с тобой идей. Мы ставим ставки на добрых людей. Все еще мечтаем, как назовем наших детей. Thank you.
Я могу точно рассчитывать на красивых девочек, что Дима Мирный не один уедет, эй, хоп! Вдвоем? А, секунду. Я их знаю, это мои люди. Он молится, смотри. Вернее, это его люди. Да-да-да. Дима. Серьезно? Поднимите еще раз вот две руки. Вдвоем. Подругу не хотите взять? Будет втроем. Да? У тебя сложная ночь будет, Дим. Там первый рубеж ты сможешь пройти, второй, возможно, третий, там уже тебя могут, ну, он покраснел. Чтобы вы понимали, Дима — это человек, который, мы ехали в пробке, около 2 часов, ехали 2 километра, мы очень были нервные, уставшие, мы начали уже немножко, уже такое, знаешь, состояние, когда еще немного, и уже драка в машине начинается, в пробке, там типа уже еще одна неудачная шутка, и сразу ремни безопасны, ну, короче, все опасно. Ну, как бы, да-да-да, говори. А сзади едет наш молодой друг Дима. И у него гитара акустическая. И он говорит, а я вам сейчас блюз спою. И достает гитару. И начинает петь блюз про то, как у него умерла собака, вот это, если блюзная вся тема. И как-то, вы знаете, атмосфера наладилась, как любит, говорит, Гришковец, настроение твое улучшилось. Поэтому очень важно в тот момент иметь человека, который может улучшить твое настроение. Для этого мы его используем. Он не был крутым, он все равно остается скромняком, если вы понимаете, о чем я. Я как будто накурился, да? Но я просто действительно чертовски рад вас видеть. Спасибо, я аплодирую вам прям. Спасибо огромное, родные мои, друзья мои. Он там в театр мой пришел. Я иногда играю в театре. Школа драмы, спасибо вам. Мои старые школяры, спасибо вам. Сюда спасибо. Фу. Да, конечно, конечно. У нас есть оружие, это наша скромность. Я готов. Точно? Я готов. Скромненько готов. Да! Все хотят грязных танцев, только боятся в этом признаться. Вань Петров прав, не надо стесняться. Хочешь, мы сменим декорации? Давай пару на пару шуток и лайков. Да ты угадала, я на твои губы падки. Наши манеры, хотя бы в чем-то хочу быть первым. Жаль, что вечно не хватает времени наедине найти то, что щекочет нервы. Твои подруги стервы, не оставляют шансов. Опасно на тебя так беспощадно покушаться. Но я самурай, сама выбирай, не до конца. Вот тебе и марат. Я не считаю, что так нужно. Скромность — мое оружие. Улыбка дабы доказательство. Сити, но так сложились обстоятельства. Я не считаю, что так нужно. Скромность — мое оружие. Улыбка дама — доказательство. Сити, да да, скажи. Я насторожен, не осторожен. А следствие буду. Я не считаю, что так нужно. Скромность — мое оружие. Улыбка дама — доказательство. Сити, но так сложились обстоятельства. Я не считаю, что так нужно. Скромность — мое оружие. Улыбка дама — доказательство. Сити, но так. Александр Иванов, дамы и господа!
тут сегодня снимаем видео, понимаете? Так сложилось, что нужно показывать, как мы работаем. Мы не работаем, мы живем на сцене, и тем не менее нам нужно это показывать. Мне кажется, будет очень здорово, если мы сейчас все вместе в едином порыве, так сказать, встанем и покажем, как мы умеем слушать музыку, дамы и господа. Потому что это был прекрасный вечер, и нам очень приятно видеть каждого из вас. Поэтому если мы сейчас все встанем, как сделали ребята сзади, это будет просто прекрасно. Everybody stand up. Я не знаю. Вот так, дамы и господа. Этого парня зовут Батишна. И он очень хочет делать хорошую музыку. Для него это получается. И благодаря вам, я думаю, Кирилл, ты понимаешь, что все не зря, да? Все не зря, выходит. Хоть я не просил, ты даешь мне силу.
А я тут дел на вороти. Ты дала мне больше, чем я тебя любил, и за это до сих пор я сам себя не простил. Хоть я и не просил, ты даешь мне сил. А я тут дел на вороти. Ты дала мне больше, чем я тебя любил, и за это до сих пор я сам себя не простил. Моя музыка. Это моя музыка. Это ваша музыка. Это наша музыка. Хоть я не просил, ты даешь мне сил. И эту тел на мороте. Ты дала мне больше, чем я тебя любил. И за это до сих пор я сам себе не простил. Это музыка. Это моя музыка. Это ваша музыка. Это наша музыка. Дамы и господа, я уважаю каждого из вас. Кого-то даже люблю. Спасибо, что вы есть. С вами этот мир чище и светлее. Спасибо!